Второй день страданий. Сегодня приехал с утра. Вот что у меня вчера наборонилось тут. Небольшие кочки зернины остались. Но в целом ровно. В дальнейшем, примерно через месяц, это будет перепахиваться. И уже потом засеваться, возможно. А вот как выглядит до баранования. Здесь уже пошли немного саванцы. Но они в целом твердые. Но в целом вот это вот ожидаемый результат. Поэтому будем продолжать дальше. Видите, приближаюсь потихоньку к камере. Не повалился. В целом трясет не больше, чем на иных огородах после картошки, когда эти грядки оставляют. Не закапывают лунки, это еще хуже, чем здесь. Вот, то есть еду я последний зуб бараны. И вот сколько прибавляется где-то. Около 30 сантиметров. Скорость около 4 километров в час. То есть, видите, было такие пласты были здесь, и
теперь почти ровно. В общем, это основная задача — подготовить почву к следующей перепашке, чтобы подождать, пока перегниет дернина, и затем уже перепахать. Потому что сеять, даже если я ее разобью сейчас фрезой, ну как бы разбил бы фрезой, в общем, но ничего не вырастет, много корней, пока это все перегниет. То есть, по сути, я ничем особо не выиграю. А под этой белой коркой, в принципе, черная земля, а весна такой неплохо растет, только надо суметь что посеять сюда. Это вот середина, хожу по свальному гребню, немного коряво получилось. Так что работы еще много. Ну вот, добрался до первого сырого места, до грязи. Здесь вот выезд сыроват. И трактор вытягивает. Вот какая-то фигня. Сейчас вот небольшое пятно грязи. Ну и вроде как работа продвигается потихоньку. Вчера не было ни одной птицы, а сегодня целая стая грачей. Какие-то маленькие зеленые птички, побольше серенькие. Прилетала пара чаек. Прилетел один здоровый ворон. Ну и вороны сами серенькие, поменьше. Несколько штук было. Сейчас, наверное, то ли наелись, все куда-то исчезли. Что-то находят в земле, видимо. Здесь вот сырое вот это место я заборонил без особых таких усилий, то есть трактор вытягивает. А это значит, что как минимум 2/3 этой пашни удастся заборонить. Так что все, наверное, нормально будет.